Господи, Юля, ну что ты делаешь? Ну ты вот нафига ты опять что-то копаешь? Я ищу алмазы. Ну зачем тебе алмазы вообще? Ну, чтобы скрафтить алмазную броню. Так в смысле? Мы и так успеем скрафтить алмазную броню. Нет, мне нужны алмазы. Юля, мы все равно будем красить алмазную броню только тогда, когда Игорь придет. Зачем тебе сейчас столько алмазов? О, привет. Здравствуйте. Игорь... Я же тебе говорила, что он скоро придет, а он ничего не готов, алмазов нету, ничего не нашли. Сейчас мы накопаем, сейчас мы... Привет, Игорь, привет. Привет, а вы тут что, уголь ищете? Я тут тоже уголь ищу. Да, да, мы уголь ищем. Слушай, ты пока подожди здесь, хорошо, нам просто нужно по-быстрому найти 40 алмазов. Так, Юля, давай быстренько ускоримся, быстрее алмазы. Алмазов? Ну, примерно столько. Ты знаешь, что перед тобой стоит? Кто? Самый лучший драгоценнокопательщик алмазов 2500. Меня так в детстве называли. Я вообще алмазы ищу на нюх. Ну да, ну да. Смотри, я уже почуял алмазы. Так, подождите, подождите. Если вы такие алмазоискатели, давайте мы сделаем конкурс. Кто больше найдет алмазов? А зачем вам вообще алмазы нужны? А, ну мы хотели алмазную броню разукрасить. Ты просто посмотри, у нас железная броня-то разукрашена, а вот алмазная... Юля, пока мы это говорим, Юля уже копает алмазы. Буду рисовать штаны. Хорошо, хорошо. Юля в это время уже копает алмазы, а ты со мной, ты время тратишь, поэтому давай. Алмазы! Так, где алмазы, алмазы? Так, 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 подожди. Пойдем воровать у Юли алмазы. Она их куда? Она все собрала уже. Я покажу вам. Не, это алмазы были. Я покажу вам. А почему Юля уже нашла, а мы с тобой ничего не нашли? Мы что, с тобой лохи, что ли, или что? Я нашел лазурит. Ну нифига себе, это крутое. Я вот нифига еще не нашел. Когда я играл в Майнкрафт, я думал, лазурит это есть алмаз. Не знаю, как алмазы выглядят. А, реально, Игорь, ты не знаешь, как алмазы выглядят. А вы их уже перерисовали? Ну да. Так, Юля, у нас преимущество, пока он будет думать, как выглядят алмазы, мы с тобой их уже найдем. Так что давай, 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 копаем, копаем. Я нашла лаву. А я тоже, но алмазы никогда не... Я нашла алмазы. Да ты что, совсем что ли с ума сошла? Сейчас я нахуй. Игорь, а ты что, тоже по дельфине умеешь разговаривать? Это видимо... Алмазы! Это что, я один поколол? Может, я их пропустил? Как они выглядят? Ты тебе не скажешь. Ну ты не должен их пропустить, там сложно их пропустить на самом деле. Человек-паук это кто? Это Редстоун. Действительно. Алмазы! Я их нашел! Что за тебя нашел алмазы? Кто это? Еще у меня инфаркт случился от этого. А ты угадай, кто это, кто это? Давай угадывай. Какой-то мужик. Какой мужик? Ну такой, ну красивый мужик, да, стильный? Голубой, да. Не, ну в принципе... Кого? Не, я это, я вообще не я, все. Так, давайте скидывайте мне все алмазы, которые у вас есть. Мы должны подсчитать, смотри, кто выиграл. Умею бегать задом, смотри. Нифига себе, я ты тоже умею. Так, ну значит, смотри, что я тут нашел. Короче, вот это вот я нашел, вот это тоже я все нашел, как ага, бы у меня ага, тут. Ага. Ну, алмазов ты сколько? Вот, тут хватит. Сколько у тебя алмазов, Алло? Ты сколько их накопал? 5 штуков. Нифига себе, так, а ну, а Юля сколько накопала? 20. Ну, ребят, я, короче, выиграл, у меня знаете сколько? У меня 48 алмазов, вот, ну вы, конечно, лошары, реально. Все, ты... пистолет. Я стреляю. Пожалуйста, перестаньте. Я вас умоляю, я вам отдам все алмазы. Руки вверх, это ограбление. Я, если что, буду рисовать алмазный шлем. А я буду рисовать нагрудник, а Игорь штаны. Тогда Юль ботинки придется в следующей серии рисовать. А то у нас всего трое, а брони-то четыре. Куда вы смотрите? Ласточки низко летают, дождь будет. Какие нахрен ласточки? Кого не желание налево? Я уже и так здесь. Все, я все скидываю в колодец. Вы готовы? Давай. Все, стоп, не туда не кидай, он с ума сойдет, не поймет, что нам давать. Картошку можно? Так, алмазный шлем, алмазные штанишки, ботинки и нагрудник. Раз, два, три, четыре. Алмазный шлем, алмазный нагрудник, алмазные поножи и ботинки. Так, кто что, кто, кому что, я все забыл. Я шлем. Так, подожди, Юля, вот это тебе. А Игорь, ты что? А?
Подожди, подожди, Игорь, ты еще не видел одну штуку. Погоди, иди сюда, смотри, смотри внимательно. Смотри, смотришь. Нужно залезть обязательно вот сюда, вот залезай, вот залезай, вот залезай. Это что за пипуль? А что это? Да подожди, она вылазит. Она дергается что-то. Вот сюда подойдите, тут видно. Давай, давай, Игорь, смотри, ты должен угадать, что это, что это. Это луна. Ну да, а что там нарисовано на луне? Это из Крика такой, чувак! Да, это именно он. Все, пошлите, пошлите рисовать. У меня, если что, уже все еще дополнительно есть, чтобы что рисовать мы будем. Так что нужно осталось только в рамки поставить. Так, да. Игорь, я тебе засовываю твои штанишки. Юле засовываю шлем. Куда? Ну туда, куда надо. Входите. Все, да, валите реально. Все, рисуем, рисуем. Погнали, погнали, работаем, работаем. Тун-тун-тун! Тун-тун-тун! Ой, это такое! Это у меня такой рисунок получился. Я буду сейчас шуметь дверьми. Не надо! Ты уже нажал на готово? Да, я нарисовал. В смысле? А нафиг ты нажал на готово? Мы на счет три вообще... Да хватит! Мы вообще-то на счет три нажимаем. Юля, давай тогда с тобой на счет три. Готово? Давай. Давай, раз! Раз, я сейчас его убью. Три! Ты задрал нажимать на эту дверь сраную! Ты меня заколебал! Я еще сломаю. Тут еще одна дверь была? Да, ничего себе. Дискотек. Я просто выключу звуки Майнкрафта. Подождите! Дискотек, Юля! Игорь ванной. Меня хотят убить! Между нами океаны. Дискотек, алкоголь и Игорь ванной. Так, пожалуйста. Я в закузе, я в закузе, я в закузе. Немножечко, немножечко. Я в закузе, я в закузе, я в закузе, ты дурак. Вы мне покажите, что вы нарисовали, дебилы. Так, давай Игорь первый. Игорь у нас гость, Игорь должен первый показать. Итак, подожди, подожди, тут нужно музычку из-за модного приговора. А ну иди обратно. Ну, ты шо все попалил-то? Давай типа я не видел. Давай. Не-не-не, подожди, я не был готов, заново. Так, на сцене появляется матнявый Игорь Конч за 500. Опа, это я, опа. Ну ты, а что это такое? Ты мне можешь... Это труселя, сердечко. То есть это, по-твоему, алмазная броня, одна из самых крутых бронь в Майнкрафте. Бронь. Так, Юль, давай теперь ты. Так, вы вернитесь. Так, ты, пусть Юля так же выходит. Игорь, иди сюда, мы с тобой зрители, давай. Ай, вкусно пал. Объявляется Кончиха за 500. Кончиха, давай. Я так не пойду, пошел ты в жопу. Самая лучшая вообще Юля на свете. А я вот спрятал. Игорь, ты выйди на секунду просто. Это что такое вообще? Подожди, можешь постоять ровно, пожалуйста, Юля, на месте? Ну все, в принципе, понятно. А что ты вообще критикуешь? Ты вообще что нарисовал? А я? Дайте посмотреть. Игорь, надень. А, понятно. Залепила. Я, конечно, понимаю, что должна быть корона, должна была быть. Давай надевай курточку. Надеваю. Вот моя куртка. Я хотел нарисовать, типа, алмазную броню железного человека. Но... На тебе фул костюм, собирай. Сейчас фул костюм. Штаны, труселя не забудь. А, у меня штаны на проклятие несъемности ты мне дал, поэтому... Поэтому я буду всегда в Гуччи штанах. Ну да. Ставь лайк, если тебе понравилась наша броня. Ставь лайк, если ты еловое бревно. А, я, знаешь, у Игоря похоже, как будто он в маске стоит. Лайк, я А, реально, купишься глаза так видно. ВКонтакте, группу ВКонтакте, Одноклассники, а телеграм-канал. Все есть в описании. Всем пока. Пока. Пока.